Всем привет, всем добрый день. Ой, я уже так замерзла дома. Короче, вчера ничего не снимала. Вчера я была вообще расклеилась до такой степени, что я даже отменила одну клиентку. У меня вчера вообще глаза плакали, сопли текли. Сегодня вот как-то мне получше. А вчера была совсем я никакая. То я уже, конечно, вам такой сопливой ничего и не снимала. Вот. Сегодня, и вчера вечером у меня не стало света. Смотрю, все кругом вроде бы светится, у меня света нету. Вот, позвонила на колл-центр, оказывается, у нас тут какая-то авария была. Ну, пообещали в 8 часов вечера сделать. И в 8 часов вечера у нас свет появился. Без 5-8 свет включили. Вот, думаю, ну, слава богу. Вот, короче, свет был, все было хорошо. Вот, а сегодня у меня на 10 утра клиентка. Села я работать с утра. Села с утра работать, не успели мы и ногти спилить, не стало света. И что самое интересное, звоним на колл-центр, а они говорят, нет, у нас нету никакой аварии. Звоните, говорит, свою, типа, организацию, которая обслуживает ваш дом, но это у нас новая якость. Звоним на новую якость. Вот. Они говорят тоже, нет, у нас все нормально, никаких заявок нету. Да что ж такое? Я такая уже думаю, может, у меня просто выбило свет? Вот. Пошла звонить к соседке. Вот. Смотрю, таки же нет, по дому нету света. И соседка мне сказала, что она ходила в магазин и говорит, а не, говорит, там уже такая авария. В общем, пригнали, говорит, и трактор, будут сейчас тут все раскапывать. Что-то случилось такое серьезное. Вот. И вот уже нагнали трактор. Я вам сейчас покажу немножко. Я сняла с балкона, что работы начались. Трактор загнали. И я сижу без света, неизвестно насколько. Ну, короче, клиентка от меня выходила, и вот у них узнала, то вот только что перезвонила мне и сказала, что сказали, что какой-то кабель, то ли силовой, то ли какой-то, в общем, какой-то кабель там поломался, типа рвался, короче, что-то с ним произошло. И, ну, обещают до вечера сделать. Ну, дома ж холодина, так-то я хоть понемножку, знаете, конвектором подтапливала, вот, а так, конечно, холодно. Ну, сейчас тут вот 15 градусов у меня показывает, но так включила, кашу себе варю. То пошло теплее немножко. Хотела, конечно, в мультиварке кашу сварить. Я вообще уже привыкла кашу в мультиварке варить. А теперь вот варю. Хорошо, хоть газ есть. Газ есть, вода есть, а вот со светом у нас проблемы. Вот. Но это ж такое. Это, говорится, не причина там бомбардировки или еще чего-то. Это просто вот так вот случилось. Вот. На наш дом там какой-то кабель поломался. Вот так вот. Что делать? Я думала сегодня... У меня вот эта одна клиентка была с утра, а вторая же на вечер. Думаю, буду заниматься. Там надо было попылесосить дома, знаете, такое. Ну, короче, стирку хотела поставить. Ну, в общем, все, что надо, свет. Так что, насколько мы зависимы от света. Ну, я говорю, хорошо, хоть газ есть, поэтому хоть кашу вон сварю себе, поставлю. Ну, такое, там у меня кушать есть еще. С голоду не помру. Вот, вот такие у меня дела. ЧП. Вот, а так все ничего. Сегодня уже хоть вроде бы как-то более-менее стала себя нормально, более-менее чувствовать. Может, уже дело на поправку, потому что это же уже сегодня неделю, как я вот заболела. Ну да, как и говорится, лечись, не лечись, а неделю проболеешь. Поэтому надеюсь, что пойдет на поправку, потому что ж у меня в субботу у Алены день рождения, вот, послезавтра уже. Поэтому... Надо выздоравливать побыстрее. Вот так вот. Вот такие у меня дела. Не знаю, что я буду делать и чем я буду заниматься. Целый день света нету. Чего делать, не знаю еще. Пока не придумала.
Вот что у нас происходит. Я сижу без света дома. Какая-то авария у нас. И, наверное, что-то серьезное, потому что прям все вот раскапывают. И когда будет свет, неизвестно. Короче, весело. Вот так. У нас вот такая погодка. Сегодня испортилась уже погода. Дождь на улице. Дождик. Ну, сейчас вроде бы как... А, идет дождик небольшой. Так, что тут наши копатели? Ну, вот, копают. Копают. Бытовочка топится. Думают, куда нас дымом пахнет? Это бытовка вот топится. Ну, вот, раскапывают. Дай Бог, чтоб сделали. Авария. Думаю, чем же ж себя занять? Ну что, ну не будешь же тыняться по хате, знаете, из угла в угол, как говорится, ну что делать? Да, наверное, мне ж как бы свет здесь не нужен, вода есть, все нормально. Буду делать сейчас уборку здесь в кабинете. Мне уже давно пора было бы сделать здесь уборочку хорошую такую, вот, поэтому буду делать сейчас уборку в кабинете. Сирена. С ночи не было. Опять где-то какие-то маджахеды, наверное, летят. Чи ракеты, чи маджахеды. Шахиды, я их маджахедами называю. Ну, короче, вот это такое. Вот. И сейчас так себя займу. На каких-то 2 часа буду занята. Потому что, знаете, когда, ну, как говорится, делать, говорится, нечего, да, то в телевизор включил и в телевизоре вмыкаешь, втыкаешь. А так вот телевизора нету, ничего нету, и понимаешь, насколько мы привязаны ко всей вот этой вот электрике. Ну, что делать? Ну, что делать? Просто сидеть тоже холодно. Вот, поэтому сейчас, наверное, сделаю уборочку. Если была хорошая погода, я бы пошла погуляла на улице. Ну, дождь на улице. Вот. Так что вот так. Сейчас только выпью кофеёк. И хорошо, что плита-то не включается, электроподжиг. Хорошо, хоть нашла коробку спичек тут какую-то у себя. Вот. Чтобы хоть плиту можно было зажечь. Надо будет купить какую-то упаковочку спичек домой, чтобы была. Вот. Сейчас сварю себе кофеечек, попью и приступлю к уборке. Вот так вот. Ох, и на улице такая была хорошая погодка. Я вчера так не хотела, вчера было так тепленько, я так хотелось пойти погулять, но я же говорю, так я расквасилась вчера. Вообще у меня все тут ручьем текло. Знаете, в носу вот крутит, слезы льются. Ой, короче, ужасно, ужасно. Вот. Я сейчас вот эту чашечку сделаю себе кофейка, попью, и будет несчастье. Давно я уже кофе не заваривала. Хорошо, что у меня этот кофе был немножко смолот. Вчера я молола, и осталось... Вот на порцию буквально, а так и кофе бы не смогла попить, нема как смолоть. Вот. И нет у меня и растворимого. Ну, попила бы тогда этого, цикория. Господи, счастье большое. Все, варю себе кофеечек и буду пить кофе. О, что это такое за дым у нас? А, все, прошу, хотела вам быстренько. А, вот видите, дым такой поднимается. А то прям такой клуб дыма поднялся, полетел. Или это с этой бытовки, кладовки. Вот такая погодка серая. И завтра тоже у нас еще дождь. О, запал, перестал трактор тарахтеть. Так, прошло уже, наверное, 3 часа. Вот все раскопали. Наверное, причину нашли. Он, смотрю, трактор вон дальше отъехал. Но пока ничего не происходит.
Ну, какая у нас уже осень, осень позже, как-то так незаметно листья все поопадали. Березка какая красивая, желтая стоит. А вот тоже дерево как раскрашивается. Вообще шикарно. Так, 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 что там? Нашли они причину или не нашли? Но он что-то там есть. Он раскопали трубу или кабель, или что это. Никогда не падали эти сертификаты. Два штуки упало и побились рамки. Но у меня там клей есть хороший. Буду, короче, сегодня клеить. Ну, что поделаешь. Вот так вот. То ли не надо мне было сегодня уборку делать. Что-то сегодня не мой день явно. Порядке. И слышу, там что-то на улице происходит. Пойдемте посмотрим. Так, что тут у нас такое? О, опять трактор приехал. Горелка горит, трубы какие-то или что-то оно такое привезли. Ой, ой. Это я увеличила чересчур. Вы видите, что-то делают. Так что, возможно, сегодня, может, к вечеру и со светом я буду. Что-то происходит. Новые какие-то. Вы видите, новый кабель совсем. Все в коробочках. Что-то делают. Дождь так и идет, мелкий такой, сеется дождик. Так все и идет. Так, надо же дальше уборку делать. Вот. Может, как раз пока я тут все по верхам поделаю, вот, и дадут свет, я успею даже попылесосить. Потому что я обычно всегда пылесошу, а потом уже мою полы. Ну, знаете, чтобы вот эти все тут клиенты ж ходят, с кого-то какие-то пылинки, что-то падает, волосы падают с девочек. Поэтому, знаете, чтобы потом уже за тряпкой оно не тягалось, этот весь мусор. А подметать я, ну, это не то, конечно. Подметание это не то. Конечно, пылесос лучше все собирает. Поэтому посмотрим, как оно дальше будет. Уже время, уже это время, уже 3 часа. Хоть бы не оставили на ночь без света. У меня хорошо пауэрбанк был заряжен, поэтому я вот телефон подзарядила. Ой, ну посмотрим.
кабинете порядок, не дождалась я света, подмела уже просто, полы помыла. Дай порядочек у меня в кабинете уже будет, да и все, пусть сейчас пока полы посохнут. Вот. Это, вы знаете, поставила я вот этот дуйчик, потому что конвектор перенесла к себе в комнату, поставила дуйчик. И вот это вот полы мою и думаю, а какая разница, я же могу кондиционер с таким же успехом включать и пусть себе греет. Вот. Ну, короче, и вот и думаю, зачем он вообще тут нужен, в принципе. Не буду я его пока ставить. Если что, кондиционер буду включать. Еще ж, ну, у меня кондиционер такой до 0 градусов. Я как бы не брала его на отопление, но так получилось, что он до 0 градусов. Как бы можно отапливать. На улице сейчас еще 0 у нас нету. Сейчас потеплело, поэтому можно вполне им пользоваться. Голос у меня еще, да, такой. Не мой голос еще. Ну все, порядок кругом, на столе порядок, кругом на тумбочке порядок, все поперемывала, повытирала. Кругом у меня чистота и порядок в кабинете. Да будет свет! Ура, ура! Свет сделали! Красота! Как раз это я вам говорила, было 3, а сейчас без 24. Слава Богу, свет нам дали. Я такая сижу, оп, свет включился. Холодильник заработал. Красота. Вот. Значит, не буду я вечер сидеть в темноте, как вчера при свечке. Вот, а уже, слава Богу, свет есть. У нас на вечер даже дождик прекратился. Ну, небо затянутое. На завтра тоже стоит дождь. Так, посмотрим, что ж там. Ага, все закопали, огородили. И все на этом. Ну, слава Богу, хоть свет есть. Народ гуляет на улице. О, а тут небо вот уже распогодилось немножко. А я что? А я включила кондиционер тут, чтобы, потому что вот пока света не было, знаете, дом так, ну, очень остыл, потому что так, то у меня хоть конвектор работал, а это включила кондиционер, пусть немножко прогревается тут. Вот я их по очереди перехожу в ту комнату работать, там включаю, оттуда ухожу сюда, тут включаю. И все, на этом буду на сегодня с вами прощаться, потому что уже почти 5 часов, вот у меня уже скоро, я же позвонила своей клиентке, которая у меня была на 5:30, говорю, ура, у нас свет включили, так что можешь приходить, вот, а завтра мне придется тогда еще взять клиентку, которая у меня была сегодня, потому что мы же только ногти спилили, да и все, вот, поэтому придется тогда завтра работать, ну, что ж поделаешь. Это хорошо, что хоть сделали, и у меня не скопятся эти все люди там на воскресенье, например. Вот. Так что на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Слава Богу, я уже со светом. Так что уже мне красота. Все, всем спокойной ночи. Отбой тревоги только что был. Тоже, считайте, почти целый день была тревога. Вот. И всем самого хорошего. Всем пока-пока.